Родственники погибшего Сергея Кравченко и двух других пострадавших просят откликнуться очевидцев жуткого ДТП, которое произошло 18 апреля на объездной дороге в районе дамбы Хаджибейского лимана. Легковушка «Тойота» столкнулась с фурой «Рено Магнум». В аварии погиб пассажир. Его супруга с водителем оказались в больнице. Помощь просит жена водителя Алексея Пасталакина. Каждый день его пребывания в больнице обходится семье в огромные суммы. Мой муж в состоянии комы второй степени. У него перелом ноги. Нуждается в большом количестве медикаментов. Каждый день на это уходит от 5,5 до... От 2,5 до 5,5. Вот так. В основном это средняя стоимость, цена. Вот. На данный момент нуждаемся в помощи и просим всех о помощи. Кто что сможет, любая помощь, это для нас очень важно. Смертельный удар принял на себя Сергей Кравченко. Сейчас его брат заботится о выжившей в аварии супруге Сергея Ирине. Женщина получила тяжелые травмы и может потребоваться несколько операций. Ежедневные расходы также огромны. В больнице находится жена, которая вылетела в окно от удара. Получила травмы ребер, переломы ключиц. Там ноги нужно собирать. Короче, тяжело. Она пришла в сознание, она видит, понимает, слушает, но пока говорить не может. Вот, потому что там вентиляция легких, легкие очень плохо дышат. Вот, выходит кровь оттуда, от удара, ребра поломаны. Семьи пострадавших просят всех, кто видел ДТП или может помочь с розыском свидетелям, выйти с ними на связь. Кроме того, пострадавшие нуждаются в дорогостоящем лечении. Желающие могут перевести деньги на карты Приватбанка. Их номера вы видите на своих экранах.